Генеральный партнер проекта – Чебоксарская водогорячая-лечебница, санаторий «Чувашия курорт». Слезы, истерики, изнурительные тренировки и голодные обмороки. Всего этого в нашей программе не будет. А будет море положительных эмоций и практические советы о том, как надо худеть. С вами Дарина Игнатьева, и вы смотрите третий выпуск программы «Весомая личность». Третья неделя телепроекта о похудении закончилась потерей первых килограммов. Скажу вам по секрету, график тренировок соблюдают не все участницы. Увидев первые результаты, девушки немного расслабились. Потребовалась им и консультация психолога. Как это было, смотрите далее. Как стройнеть, используя силу мысли? Маша, Оля, Таня и Мария побывали на консультации у известного психолога. Как себя полюбить? Узнать в себе вот именно то, для чего ты родился на этом свете. Узнать свои таланты. Раз, два, три, поворот. Шопинг как способ снять накопившуюся усталость. Попробуем лезть в 44-й. Это я так оптимистично очень. А еще универсальное обследование для тучных людей, советы от йогов и золотые правила для здорового кишечника. Правильное питание и спорт не всегда гарантия результата. Прежде чем приступить к марафону похудения, все наши участницы сдали кровь на гормоны, отвечающие за лишний вес. После получения первых результатов Оле пришлось сдать дополнительные анализы. За помощью мы обратились в независимую лабораторию «Инвитро». В нашей лаборатории есть комплекс исследований для пациентов, имеющих избыточную массу тела. Сейчас хочу вам показать. Это называется «Проблема веса. Обследование пациента с нарушением веса». В комплексную программу входит обследование крови на 10 показателей и последующая консультация терапевта. Кулачок сожмите, пожалуйста. Сделайте глубокий вдох. Ответственное отношение к работе и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот кредо-лаборатории с мировым именем. Повязочку через полчаса можно будет снять. Эту руку постарайтесь сегодня в течение дня не нагружать физическими упражнениями в избежание гематом. Большинство анализов было готово на следующее утро. Однако нам пришлось подождать еще несколько дней, чтобы получить все результаты. Рада снова приветствовать вас в нашей лаборатории. Готовы результаты обследования. Могу вас успокоить. Все показатели находятся в пределах допустимых значений. Повод для беспокойства, пусть и небольшой, все же есть. Повышенный уровень холестерина у части пациентов может приводить к серьезному заболеванию, которое называется атеросклерозом. Показатели холестерина у нашей пациентки находятся в пределах допустимых значений, но все-таки приближен к верхней границе нормы. Это значит, что нужно не только ограничить себя в сладком, мучном и жирном, а я надеюсь, что наши участницы давно позабыли об этих вредностях, но и проверять уровень холестерина как минимум раз в полгода. Остальные показатели у Оли оказались в норме. Кроме прочего, ей предложили пройти тесты для оценки онкологических рисков. Впрочем, такого рода обследование не помешает и нам с вами. Всего независимая лаборатория «Инвитро» предлагает более 1000 видов исследований, эффективно помогая врачам и пациентам заботиться о здоровье на протяжении всей жизни. Работаем мы уже на рынке более 18 лет и являемся самой большой лабораторией в России. По лабораторным мощностям мы состоим в первой десятке лабораторий в мире. Выполняем более 2000 исследований и, собственно говоря, покрываем уже 99% всех лабораторных направлений, которые вообще только бывают.
Основной концепцией нашей компании является помощь врачам в быстром и качественном выполнении результатов для того, чтобы врачи могли оперативно и правильно поставить диагнозы своим пациентам. В каждом из наших офисов находится врач-консультант, который готов абсолютно бесплатно и быстро оказать консультативную помощь. Врач может подсказать, на какие моменты стоит обратить внимание и, если существует какая-то проблема, к какому врачу, то есть к какой специальности пациенту в дальнейшем лучше обратиться. Утром медицинские процедуры, днем тренировки, а по вечерам домашние хлопоты. Представляю, как нашим девушкам надоели халаты и спортивные костюмы. А ведь так хочется почувствовать себя женственной. Особенно весной, когда все вокруг цветет и благоухает. Мы предложили нашим участницам пройтись по магазинам. Время на шопинг нашли самые рьяные модницы – Маша и Оля. Покупками мы отправились в магазин модной женской одежды «Филео». Едва ступив на порог, девушки получили задание от продавца-консультанта. Надо будет найти два комплекта одежды. Один на выход, другой повседневный на каждый день. Верим, что у вас все получится. Вперед! Выбрать яркий и в то же время солидный образ, учитывая особенности фигуры, задача не из легких. Но наши участницы справлялись и не с такими. Попробуем лезть в 44-й. Это я так оптимистично очень. Так, и брюки. Кофточки. Кофточку я люблю. Вот эти такие интересные. Размер 44. Будем мерить. В отличие от Маши, Оля сразу потянула к юбкам. И к каким? Что-то из желтенького хочется. Весна. Это я беру. Опять-таки, мне нравится желтый цвет. Я вот выбираю платьишко желтое. Тут, пожалуй, возьмем. Пока девушки примеряли выбранные комплекты одежды, я присмотрела пару блузочек и для себя. Ассортимент магазина настолько широкий, что угодить можно самому капризному клиенту. Конечно, в этом есть и заслуга персонала. Размерные ряды от 42 до 66. У нас несколько магазинов по городу. Самый большой магазин Богдана-Хмельницкого 57А. Есть в Ирбисе и точка в Новочебоксарске. Оденем всех, уйдете довольны. Пока мы общались, девушки подготовились к первому в их жизни дефиле. Итак, выход Ольги. Мне кажется, перебор с цветом, слишком все в одной цветовой гамме, можно было более спокойный. Верх бежевый, например, такой, как у меня. И пояс. Пояс все-таки лишний, пропорции нарушены. С размером она угадала. Все подобрала правильно. Молодец. Маша, твой выход. На мой взгляд, Маша с цветом угадала. Штаны и брюки и верх подходят друг другу. Нашла свои размеры. Молодец, справилась с задачей. Второй комплект девушки выбирали для праздничного мероприятия. Маша выбрала воздушное цветочное платье из струящейся ткани. Выбор Оли пал на строгую классику. Маше мы оставляем ее же платье. Я считаю, отличный выбор, безупречный вкус. Ты попала в точку. Молодец, справилась. Я очень рада. А Оле мы подобрали на выход
красное платье. Фасон такой же, который она подобрала себе, но красный цвет, я считаю, брюнетке лучше подходит, гармонирует с ее волосами. И размер мы выбрали на размер меньше. В комплекте с этим платьем шел красный пояс широкий. Мы поменяли на черный кожаный, потому что он гармонирует с туфлями, с прической и лучше подчеркивает линию талии. Не секрет, что наш внешний вид – это отражение внутреннего состояния организма. Проблемы с кожей, нездоровый цвет лица и лишний вес – прямой результат нарушений пищеварительной системы. Как сохранить свой кишечник здоровым, расскажет постоянная ведущая рубрики «Здоровье» Ольга Терехина. В кишечнике человека насчитывается 100 триллионов бактериальных клеток. Это в 10 раз больше, чем общее число клеток человеческого тела. Микрофлора выделяет специфические антибиотикоподобные вещества, которые препятствуют размножению патогенной флоры и различных плесневелых грибов. Эти бактерии или микробиота участвуют в переваривании пищи и регулируют моторику кишечника, препятствуя, например, образованию запоров. Микрофлора кишечника является маркером для того, чтобы понять, насколько велик риск развития у данного человека ожирения, сахарного диабета второго типа, либо каких-то форм рака. Микробиота, эти все бактериальные клеточки в кишечнике, вырабатывают специфические биологически активные вещества, которые и влияют на наше пищевое поведение. Они вовремя могут сказать нам прекратить кушать, снижают аппетит, регулируют то, что мы хотим есть. Люди, которые страдают ожирением, доказано, что у них всегда нарушена микробиота в кишечнике. Что же сделать для того, чтобы микрофлора кишечника была в порядке? Необходимо ежедневно включать в свой рацион кисломолочные продукты. Это йогурты, кефир, молоко, творог, ряженка. Нашим участницам сделали гидроколонотерапию для того, чтобы очистить кишечник от патогенной микрофлоры, от всех шлаков, которые там могли накопиться, особенно у тех, кто страдал запором. И после этой процедуры очень правильно и полезно будет заселять кишечник правильной микрофлорой благодаря питанию кисломолочными продуктами либо специальным препаратам, которые содержат эти бактерии в больших концентрациях. Гармония с собой и окружающим миром – еще одна составляющая отличного внешнего вида. Достичь ее самостоятельно бывает очень сложно. Мы познакомили наших героинь с практикующим психологом Татьяной Маркиной. Все четыре участницы с нетерпением ждали этого дня. У каждой накопилось немало вопросов к Татьяне. Однако, в первую очередь, отвечать на вопросы пришлось самим девушкам. Вот для вас счастье. Давайте. Этот, казалось бы, простой вопрос заставил задуматься не только девушек, но и нашу съемочную группу. Что такое счастье для женщины? Это любящий муж, здоровые дети, мир и покой в семье. Так ответит большинство российских женщин. Наши героини не стали исключением. И все же в этой иерархии ценностей девушки забыли о главном, точнее о главной. Как вы к себе относитесь? Отвратительно. Я как практический психолог очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда человек, обслужив весь свой вот этот вот, так сказать, иконостас, на кого он молится, да, то есть на детей, на мужей, остается один. Муж уходит, дети разлетаются, он остается один. Дальше он не знает, как жить. Дальше он цепляется за ноги каждому, потому что у него нет себя. Как обрести себя и полюбить? Этот вопрос больше всего волновал Марию. Как себя полюбить? Узнать в себе вот именно то, для чего ты родился на этом свете. Узнать свои таланты. Что ты любишь больше всего делать? Кто-то хорошо готовит, кто-то хорошо рисует. Маша, ваш талант. Хорошо готовлю. Хорошо готовлю. Лежу. А теперь смотрите фокус. А с чем связана ваша профессия? Оля занимается любимым делом, не забывая о семье и ежедневных тренировках. Однако вопрос психологу девушка задала совершенно неожиданный. Как заставить себя не лениться? Человек не позволяет себе отдыхать. И как только она начинает отдыхать,
виноватой себя чувствует. Она себя чувствует виноватой. Понимаете, вот это чувство вины в человека с рождения не попадает. Оно в нас попадает с воспитания. Вот с ним надо работать. А я вам разрешаю лениться. Когда вам хочется, надо лениться. Отдыхайте. Таня борется с лишним весом более 8 лет, пока безрезультатно. Как следствие, постоянной апатии и депрессии. Это тот случай, когда мозг надо отключать. Меньше анализировать, больше расслабляться. Просто пойди в ту ситуацию, где есть смех, где есть весна, где есть цветы, где есть дети. Апатия – это такое безразличие к себе. Обязательно жизнь догонит и даст по башке. И на десерт вопрос, который волнует едва ли не каждую замужнюю женщину. Как обновить отношения с супругом? Вопрос действительно сложный. Ведь любовь – это не только цветы и признания. Чувства надо подогревать изо дня в день, уделяя этому немало времени. Однако в случае с Машей решение удалось найти достаточно быстро. Первая потребность у мужчины в браке какая? Чтобы его не трогали. Нет, это нет, не потребность, это защита. А первая потребность у мужчины в браке – это восхищение. Принимайте. Узнавайте его особенности. Вам нельзя сидеть дома и заниматься детьми и требовать от мужа, чтобы он находился постоянно в удовлетворяющем вас состоянии. Вам этого мало. Ваше предназначение – сеять разумное, доброе, вечное и не только в семье. Ищите себя. Беседа с психологом проходила в уже небезызвестной нам тонус-студии. Хочу напомнить, что 19 мая во всех тонус-студиях городов Чебоксара и Новочебоксарска состоится День здоровья. В этот день все занятия и процедуры будут проводиться абсолютно бесплатно. Успейте записаться заранее. Если вы думаете, что минувшая неделя прошла для девушек без спорта, то вы сильно ошибаетесь. С этой недели девушки начали посещать фитнес-студию Оксаны Сухой. Это танцевальная фитнес-программа, основанная на популярных латиноамериканских ритмах. Зажигательный танец был придуман случайно. Хореограф и танцор Альберто Перес, придя на тренировку, обнаружил, что забыл взять свою обычную музыку для занятий. Поставив в магнитофон кассету, которая была у него в машине, он начал импровизировать, разбавляя традиционные для фитнеса комплексы упражнений самыми простыми элементами из своих любимых латиноамериканских танцев. Получившийся микс всем так понравился, что Альберто стал проводить тренировки по новой методике, которая впоследствии обрела смешное имя – зумба. Ритмичный танец в латиноамериканском стиле сменился более агрессивным фитнесом. Тайбо – это силовой фитнес, основанный на элементах единоборств, таких как бокс, кикбоксинг, карате и тайский бокс. Абсолютно для всех девушек подходит данный вид тренировки. Развиваются такие качества, как сила, выносливость. Раз, два. Раз, два, в стороны. Над выносливостью нам еще работать и работать. Когда сила на исходе, самое время перейти к упражнениям на растяжку. Становимся на край коврика. Стопы параллельно друг к другу, макушка вверх. Расправляем грудную клетку, направляя лопатки к центру. Подтягиваем центр, направляя пупок к позвоночнику. Подтягиваем ягодицы, опускаем копчик вниз и руки через стороны, глубокий вдох. С удовольствием посмотрели на ладони вверх и спокойный выдох. После
пилатеса во всем теле должно присутствовать ощущение легкости. Так заверила нас тренер. Однако достичь гармонии со своим телом удалось не всем участницам. Честно говоря, тяжеловато для первого раза. Не гнущаяся я вообще, особенно спина, как выяснилось. Но приятное занятие. Мне понравилось. Очень тяжело. Но для позвоночника это очень даже хорошо. В завершении интенсивных тренировок девушки отправились на массаж тибетскими чашами. Я хочу провести с вами виброакустический массаж. Он плодотворно скажется на вашем организме, улучшит обмен веществ, включит все системы организма. То есть так как у вас сейчас энергия заработала внутри вас, да, после этой программы, которую вы сегодня прошли, эта чаша сегодня доделает полностью всю работу. Помимо расслабляющего эффекта, поющие чаши улучшают кровоток, повышают иммунитет и снимают мышечные боли. Кроме того, с помощью тибетской техники массажа можно распознать некоторые нарушения в организме. Чаши не очень хорошо поют. Слышим звон, да? Не яркий, не тонкий, а глухой чуть-чуть, да? Есть небольшие зажимы в пищеварительной системе. Записаться на сеанс тибетского массажа, а также опробовать другие практики можете и вы. Вот и закончилась третья неделя телепроекта о похудении. Смотрите нас ровно через неделю. И не забудьте проголосовать за понравившуюся участницу в официальной группе национального телевидения ВКонтакте. Так, ручки собрали. И поехали. Раз, два. А мне смотреть в камеру или на себя? Качество, которое, мне кажется, я какую-то чушь говорю. Можно еще раз, пожалуйста? После рабочего дня сил для спортзала обычно не остается. А так хочется скинуть пару ненавистных килограммчиков и выглядеть молодой и красивой. Вы уже догадались? Конечно, Тонус Студия. Принципиально новый подход к тренировкам своего тела. Избавьтесь от целлюлита, похудейте и укрепите здоровье без изнурительных нагрузок и напряжения. Только приятные ощущения и скорый эффект на чудо-тренажерах в Тонус Студии. Звоните 371-925. Новый магазин улицы Лондона на Якимовской. Одежда секонд-хенд из Европы. Платье летнее от 250 рублей. Футболка мужская от 250 рублей. Шорты детские от 120 рублей. Одежда для всей семьи с летним настроением в магазинах улицы Лондона. Чебоксары, улица Якимовская, 2А. Не проспи, открытие 13 мая в 8 утра.